В исправительной колонии номер один в селе Молдовановка открылось поле для мини-футбола. Спортивная площадка была построена при поддержке посольства Китая в Кыргызстане. Для развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры уголовно-исправительной системы китайские партнеры выделили 3 миллиона 800 тысяч сомов. В открытии футбольной арены приняли участие председатель службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев и посол Китая Ду Дэвэнь. Отметим, что в этом году исполняется 30 лет установлению дип-отношений между Кыргызстаном и страной Поднебесной. Мы не случайно выбрали село Молдовановка, так как здесь функционируют 4 исправительных учреждения, батальон по охране и конвоированию осужденных. И здесь каждый тем или иным образом связан с деятельностью данных исправительных учреждений. И, конечно, это окажет большую роль в моральном, психологическом поднятии духа сотрудников, в их физическом воспитании. Мы очень тесно сотрудничаем с киргизской стороной. Наша общая цель – укреплять и развивать традиционную дружбу между народами наших двух стран, укреплять наше двустороннее сотрудничество на благо народам наших двух стран.